Главной задачей участковых уполномоченных во все времена была профилактика преступлений и правонарушений. Хорошее знание людей и территории позволяет предотвращать большую часть противоправных действий, особенно тех, которые совершаются в быту. Например, так называемых преступлений двойной превенции, среди которых наиболее распространенная – угроза убийства. Сложно представить, но в этой важнейшей службе работает всего 118 человек. Очень большая роль уделяется миграции. Очень много мигрантов, которые незаконно осуществляют свою деятельность на территории как и Москвы, и Московской области. Поэтому очень большое количество у нас раскрытых преступлений в миграционном направлении. Работаем во всех направлениях. По раскрытию преступлений, связанных с мигрантами и нелегальной миграцией, одинцовские полицейские в 2016 году занимают первое место в области. И большой вклад в этот показатель вносят именно участковые. Другие важнейшие направления работы – противодействие кражам и организации наркопритонов. За 9 месяцев личным составом отдела в общей сложности раскрыто 711 преступлений, на 10% больше, чем годом ранее. Хотелось бы в честь годовщины 93-й образования службы участковых уполномоченных поздравить всех, в первую очередь, семьи, родители, объявить им какую-то такую благодарность, что спасибо вам, что вы воспитали таких детей, которые выбрали себе такую профессию. Профессия эта очень нелегкая, очень опасная, и очень бы хотелось, чтобы все в этих семьях было хорошо, чтобы никто не болел, дети росли здоровыми, и было взаимопонимание. Здоровья всем, любви и хорошего настроения. Работа службы является одной из важнейших в деятельности всего межмуниципального управления МВД России «Одинцовская». Участковые уполномоченные находятся на переднем крае взаимодействия полиции с населением и пользуются вполне заслуженным уважением людей и руководства. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».